Всем привет! Давно не снимал видосов, решил чуть-чуть поснимать. Кто подписан, это круто. Кто не подписан, подписывайтесь, прожимайте колокольчик. Смотрите видосы. Сегодня пятница вечер, так что вместо телека я смотрю аквариум. Уже рыбки уже все потихонечку ложатся. Спадки. Вот такой вот аквариум. Без заднего фона, хотя есть задний фон. В таком творческом беспорядке он весь, потому что нету, как казалось, нету у меня растений. Растений нема, лишаковых. И все, что было, вот я сюда бросил на некоторое время. Недавно только его запустил, и вот смотрю, что здесь происходит. Такой аквариум, то большой дом, 140 литров, извиняюсь за пальцы в кадре, можно смотреть вместо телевизора и отдыхать. Рыбки уже в состоянии покоя, все в кустиках, так что вот так вот. Такие черные мечи. Кто любит меченосца, вот они. Малеха пострадал, даже не знаю чего, но чуть-чуть он пострадал. Такие черные мечи. Сомик. Огроменный сомик. Нашел себе уютное местечко линии. Вот так вот. Всем спасибо за просмотры.